Red Box. Пробовать сладких мишек. А мы идем гуляем по Москве. Идем по Арбату. И хотим зайти в местечко под названием Red Box. Попробовать этих знаменитых сладких мишек. Red Box – это ресторан паназиатской кухни, который открыл Тимати и ресторатор Антон Пинский. В ресторане Red Box делают десерты в форме известных медведей Beer Brick, которые коллекционирует Тимати. Это очень популярные дизайнерские игрушки. Придумал игрушки японский дизайнер Тацухико Акаши. Компания Medicom Toy начала разрабатывать эти игрушки еще с 2000 года. Сами мишки Beer Brick появились в 2001 году. С тех пор выпустилось огромное количество этих медведей с изображением известных персонажей, так как компания сотрудничает с известными художниками, брендами, киноиндустрией и издательствами комиксов. Так что этих медведей бесчисленное количество, их коллекционируют по всему миру. Так, что у нас есть в меню? Завтраки до 4 дня. Винишко, всякое, чай. И главное, это медведи. Черный, зеленый, оранжевый. Зеленый, желтый. Супчики, роллы. Принесли фигучек. Try your soup. Теперь я попробую тут суп. Ой. Супер салат. Мой поке вообще неожиданно вкусный. Я думала, это будет какой-нибудь невкусный поке. Я не знаю, почему у меня были такие ожидания. Очень приятный рис, он не сильно соленый. Приятный такой рис в каком-то соусе, такой влажненький. Очень классный на языке, чувствуется мягкий лосось, а на зубах хрустит вот эта вот икорочка. И все как-то сбалансировано и вкусненько получается. И там еще была вот эта как маринованная редиска, и она очень приятная тоже. Иногда в поке могут попадаться такие замаринованные какие-то огурцы или редиска. Это отвратительно, они слишком соленые, и я ненавижу вообще все вот это маринованное, а здесь все очень приятненько, очень вкусно. Так, еще принесли рис с курицей и разными грибами. Разнообразными грибами. Это курица. Это грибочек. Какой-то шпинат. И еще вот такой гриб тоже. Беленький, черненький. Такой вот рис. Бок. Остренько.
How you like it? Mm-hmm. Spicy. Mm-hmm. Я тоже попробую рис, который заказал Пабло. Грибы. Грибы, курочка, рис и, по-моему, там еще есть какой-то омлет. Да, вот этот вок рис немножко такой еще остренький. Прям вот приятно так на языке чувствовать остринку. Мой поке неожиданно вкусный. Время пришло, мы ждем наш десертик. А пока покажу вам, как здесь симпатично. Летом вот такая веранда с цветочками. Прямо на Новом Арбате расположена. Очень приятно, очень услужливый персонал. И пока что нам все очень понравилось. Сейчас будем тестить знаменитых десертных мишек. О-ла-ла! А вот и он! Супер милый мишка. Ой, какой милашка! Нам принесли этого медведя. Мы выбрали зеленого с фисташкой и малиной внутри. Ну что, настало время попробовать этого медведя. Poor guy. Poor guy. Like? How is it? How's the taste? Good. Sweet? Я попробую. Тут такая начинка желейная из малины. Сверху фисташковый велюр. И бисквитик тоже внутри фисташковый. Фисташковый шоколад, зеленый, очень вкусный. Блин, волшебно. В общем, местечко мне понравилось, еда супер. Ставлю ему 10 из 10. Напишите в комментариях, как вам обзорчик. Пойдете ли пробовать съедобных бирбрик? А если уже пробовали, какие у вас впечатления? А, с сгущенкой, да. Ну, зеленый вас очень понравился. Очень вкусный. Прям потрясающе. Малина с фисташкой. Очень крутое сочетание. Спасибо. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. И до новых встреч!